Всем привет! В этом видео я покажу, как делать заказы через мобильное приложение Atome Mobile. После того, как ввели свои данные ID и пароль, нажимаете на три линии в левом верхнем углу, нажимаете Shopping Mall, и перед вами выходит страничка со всеми товарами. Выбираем нам нужный товар, который мы хотим купить. Для примера я выбираю Himachim, выбираю количество и добавляю в корзину. Идем ниже, выбираю вечернее очищение, количество и добавляем в корзину. После того, как мы уже все выбрали, что мы хотим купить, идем ниже, нажимаем Shopping Cart. На этой страничке мы уже можем обновить количество товаров, что мы хотим. Здесь показывает итог, не считая налогов еще, а также PV-поинты, которые получите после заказа. Нажимаем Order All и выходим на страничку платежа. Нажимаем New Shipping Address, если хотим доставку на новый адрес, или Same as Above, адрес как в системе. Здесь ставите галочку, если хотите, чтобы цены были расписаны на квитанции. Лучший способ платежа – это кредитной картой. Выбираем, какую мы будем пользовать. И вносим данные – имя человека, номер карты, security код и дата окончания срока. Если адрес кредитной карты тот же, что и доставка, ставьте галочку Same as Shipping Address. Если же нет, внесите вручную. И здесь опять показывает сумму до налогов, то есть таксы, и всего PV Points, который получите после заказа. Если со всем этим вы согласны, то ставите галочку Yes, I agree. Нажимаете Confirm Order, и выскакивает окошко с деталями о налогах. Нажимаете крестик в правом верхнем углу, чтобы закрыть. И здесь вы уже видите и налоги, и стоимость доставки, если заказ ниже $150. Нажимаете кнопочку Payment, чтобы оформить заказ. Спасибо за просмотр!